Святая мученица Татьяна жила в III веке. Она родилась в знатной римской семье. Ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви и помощи ближним. Она ухаживала за больными, поддерживала нуждающихся. При императоре Александре Севере начались гонения на христиан. Была схвачена и Татьяна. Ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу. Но девушка помолилась истинному Богу, и внезапное землетрясение разрушило статую и храм. По преданию, Татьяну приводили в капище Дианы и Зевса. Но и там статуи ложных богов распадались на куски, стоило девушке начать молиться. Тогда христианку предали в руки палачей. Но внезапно те увидели, как четыре ангела окружили Татьяну и отводили от нее все удары. Они уверовали, за что сами были преданы мучениям. Татьяну казнили вместе с ее отцом. Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь мученицы Татьяны. Святая молится перед Богом о тех, кто носит и почитает ее имя. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой мученице Татьяне. Моли Бога о нас!